Юрий Яковлевич Герчук. Я бы хотел, он всех нас очень давно знает и писал про нас, и рассказывал, и очень нас любит, по-моему. Спасибо. Я действительно давно знаю вкус, неформальное художник, очень прочное, в десятку лет мне приближается его возраст. И оно все так же хорошо, и так же современно, и так же, в общем, не борется за законами. И также обведено любовью к искусству, любовью к индивидуальности. Как и странно, индивидуальности объединяются однообразием. Скорее идет распадение. И, конечно, большим дружеским сочувствием друг к другу. Это очень теплый круг замечательных людей. Они только живописцы. И я это делаю очень хорошим сочувствием. Да, искусство продолжается. Продолжается не самыми креативными вещами чаще всего. Здесь вещи достаточно строгие, чтобы быть качественными, не будучи, так сказать, не хватает зрителя заполнить или тащать зрителей. Знающий, куда из этого выйдет. Я вас всех поздравляю и желаю, чтобы группа существовала так долго, возможно, чего же развитие, чтобы она делала еще выставки и почаще. И, конечно, дольше это само собой придется. Ее знают, и вот того количества людей, которые сегодня пришло, видно, что у этих художников есть. И да, если вы говорите поклонники, это нехорошие. Вот любите, друзья. И я хочу сказать побольше, чтобы вам было нравится. Только это. Но также все зрители, которые сегодня прошу. Спасибо.